Добрый день. С вами сегодня Виктор Коробкин. Рыба мой талисман. Друзья, ну, меня попросили показать фильм. Я показывал про предыдущие свои ролики. Там было о рокфишинге, и, соответственно, задавали мне вопросы. И спрашивали, чем я непосредственно натачиваю крючки, заточку делаю крючков какую, чем я используюсь. Ну, все пользуются по-разному, конечно. Пользовался начинал и нетфилями, пользовался начинал наждачной бумагой, ну и брусками. Вот лежат на столе у меня непосредственно те атрибуты, которыми я занимал, то есть заточку делал непосредственно. Вот это у меня последние были мои, где я на фанерку я приклеил наждачную бумагу. И с этой стороны для полировки поставил такую шерсть наклеил. То есть непосредственно для того, чтобы подточить и потом шлифануть шерстяной сверху. Ну, также брусочка можно подтачивать над филями. Но последний мне подарок сделали друзья на рыбалке. Вот такой инструмент с алмазным камнем. То есть вот здесь находится алмазный камень. Инструмент похож на зубную щетку. Вот такой вот. Я не знаю, где он используется, кем используется. Потому что это подарок. Не спрашивайте меня, где его можно купить. Я бы еще одну такую с удовольствием купил бы. Не знаю даже, как называется она. Но вот такая очень хитрая, интересная штучка, которая удобно затачивать тройнички, подтащить офсетничек, выставить его на место. Если зацепился в камнях или там ракушечку подцепил какую-то. Вот такой инструмент беру с собой в последнее время на рыбалку, очень удобно. Дело в том, что на наждаке, когда делаешь заточку, остаются канавки соответствующие после металла. И он уже через несколько, ну будем говорить, рыбалок, получается, в нем находятся уже канавки, нет такой, ну, чтобы можно было его правильно положить, как брусок на крючок. Здесь получается, сколько я не затачивал, вот крючки, тройники и разного рода крючки, пользуюсь, правда, недолго, полгода им. Но, во всяком случае, нету таких ни канавок, ни царапин на нем. Камушек такой серьезный, крепкий, даже не знаю какой. Мелкозернистый такой вот он. Я не знаю, может, увидите, не увидите. Ну, в общем, вот такой вот темного цвета. Это его родной цвет. Здесь какая-то интересная, вот как-то они его с этим пластмассом так интересно слепили. Я не знаю, будет ли видно с торца, как этот камень лег. Но я так понимаю, что они, видно, запаяли в пластмасс этот камень, потому что приклеить вряд ли это получится у них. А вот как типа пайки свою на горячую, ну, наверное, так и сделали. И очень удобно вот, своего рода. Мы с зубной щеткой пользуемся. Так же самое эта форма своего рода зубной щетки получается, только для полировки крючков. Камушек маленький, везде любой тройничок можно подвести. Так же самое под любой крючок, под любое цевье. Я доволен очень, но помочь сказать, как он называется, этот инструмент, где он употребляется, где продается. На эти вопросы я ответить вам не смогу, конечно. Ну вот, друзья, чем хотел я поделиться, о чем хотел рассказать. Вот. Конечно, можете каким-то из этих предметов то же самое пользоваться. Наждачная бумага, соответственно, подбирайте для какой вам необходимо, насколько у вас ступятся крючки, какие камни у вас там, гранит или там ракушняк, или еще что там на ваших водоемах. Поэтому надо смотреть опять-таки, какой металл, какие крючки, какие повреждения на крючках. От этого, соответственно, может надфиль, а может брусочка, может наждачки вот такими вот на дощечках наклеить себе и полировать. Ну вот, друзья, и все на сегодняшний день. Чем хотел, что хотел показать, тем хотел поделиться, ответил на ваши вопросы. Ни хвоста вам, ни чешуи. До следующих встреч. С вами был сегодня Виктор Коробкин.